мы пришли в чилийский павильон. Где находится музей европейской гегемонии? 17 по 20 столетия Европа доминировала в мире. Экономически, политически, культурно, цивилизационно и так далее и тому подобное. И вот здесь нам рассказывают, как это происходило в таких вот маленьких историях, что ли. Увеличенные члены. Даже какая-то хронология присутствует, да? Тут наверху. Да, 10-2. Угу. Угу, угу. Очень интересно. Экспо 58. Международная выставка в Брюсселе. А вот Париж. Вот даже Эйфелева башня торчит. Выставка в Париже, 48 миллионов зрителей. Всемирная выставка в Париже 1889 года, 32 миллиона посетителей. В Брюсселе 58 года 41 миллион. Вот так вот. Против цифр не попрешь. Вот что-то на тему колониального. Вот что-то Трансваль. Ну, это получается оборотная сторона, да? Я так понимаю, что у этих штук есть... А, нет, 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 это мне показалось. Но тем не менее. Вот здесь, на этом стенде, мы видим различные фотографии из африканских и мексиканских колоний. Ну и видно, как, допустим, на этих выставках показывали, скажем так, чудеса загородных колоний. Вот тут новогвинейская деревня, сомалийская деревня, Суринам и Конго. Вот. И это все на фоне таких вот интересных классических голландских построечек. Теперь, что касается особенностей строения черепа, вот тут все показано. Какое должно быть ухо, какая должна быть челюсть, какие должны быть надбровные дуги. Все понятно, кто выше, кто ниже по биологическому развитию. Все, все понятно. Ну, конечно, европейцы лучше, африканцы хуже, потому что у них носы не такие. Вот. Ну, по-моему, это очень интересная выставка. А тебе так не кажется? Да, а я хочу еще сейчас посмотреть здесь. Ой. А. Я думал, сейчас туда пойду. А сюда можно, да? Внутрь.
очень много экспликаций на стеклах понаклеено. Интересно, есть ли у них это все напечатанное, чтобы можно было потом почитать на досуге. Исторические женщины. Там какая-то тоже сумасшедшая инсталляция, хочу ее пойти поснимать. Sorry. А что это за сумасшедшая инсталляция такая? Щелочку? Ух ты, люблю щелочки смотреть. Ну так они в камеру. А я хочу, чтобы камера тоже в щелочку посмотрела. Вау. Что за мужчинка? Это мужчинка в щелочку за нами подсматривает. А что там в дырочке? Я люблю еще в дырочку смотреть. Так. Ой, а тут ничего не видно. Вот здесь еще. Ой. Ой, а тут как? Вот, вот, вот. Тут нифига не понятно. А, там порнографическая картинка. Вот она. Высоты инсталляция, посвященная холодной войне и каким-то, я не знаю, военным действиям. Точнее, не военным действиям, а шпионским действиям. Сделать из документов красивую вещь. Вот, пожалуйста. Почему-то люди очень стремаются, когда видят, что я их снимаю. Вот я уже не первый раз это вижу на этой выставке. Вот такая камера, напоминающая, да, конечно, напоминающая музейную диораму, только намного больше. И она сознательно сделана так, что прямо от этой камеры веет каким-то землистым, таким очень плохо пахнущим духом. А все потому, что, видимо, здесь очень влажный пол, и они его дополнительно еще увлажняют, и отсюда реально прет подвалом. Ну, понятно почему, потому что здесь контент как бы такой. Да, и здесь экспликация есть. Sorry. Экспликация. Историческая женщина. Исторический Христос. Класс. Вот это сильно.